Стартуем. Пацаны, а куда прыгать будем? Ну, куда-нибудь маршрут нарисовал, А про что если прямую линию, сделать а там. на этой миссии ограничение, то есть зону, триггер, из которого нельзя выйти, потому что в предыдущий раз Гонзо вышел и просто всех пострелял. И ну, он молодец вообще. Что он взял всех убил. Он просто убийца и может, а вы не ты можете. Мог, фактически, вот в радиусе скольки километров? 5 километров под этой точки, где мы резвимся, мог приземлиться в любом месте, как бы. Мог вообще отлететь в какой-нибудь бастам и там сесть. Так не меня знаю, Гонзо за вряд ли туда прибежал бы и убил тебя. Не знаете, не знаю, как вы, я полечу за варак. Погнали, пацаны. Да, сложно. Так, ну я прыгаю, короче, прямо на шилку, убиваю ее с собой, с РПГ в руках. В полете? А, в полете хочу выбить ее, да. О, кстати, мне нравится, как здесь анимация, типа, посмотрите на прицелом, а не на этой. Я могу на земле тебя дать. Я хочу попубликоваться. Метки потом поставьте на шутку. Давайте, да, на себя, где вы приземлились. Я на всего. Я тоже. Да на вас колбасит, пацаны. А ты как, открой, когда летишь? Хо-хо! Да, моментально. Ну там критическую высоту сильно не заходи в нее. Какая минимальная? Не откроется. Ну на 300 можно попробовать. 150 хватит. Не уверен, у меня не открылся один раз. У меня один раз не открылся. Да, я все время открываю 120 где-то там. Ну ладно. Вроде еще ни разу не выжил. Вот. Ух, мимо меня человек пролетел. Меня так врезался один раз, я в воздухе в топом зин как раз меня врезался. На их специально простые. Там на вараке могут быть мне? Так я одну шилку вижу. Она стоит там, где больше раз стояла. За вараке могут она быть. На стоке, в домике. Можно было вообще метров на 30 открыть. Это рискованно. Он тормозит тоже сразу, вообще прикол. Я сел. Можно было даже на 100 километрах, на 100 метрах открывать. В следующий раз попробовать. Кто садится? Я сажусь. Спитер умер? Да, он живой, болтает. Может, ты сели? Да, сел. Сейчас я мусор выкину. У меня. У меня МС этот, М113 ход, М136. Ты ее спалю? Так строит. Ну вот я возле одной из них, короче, стоит. Ты кто стрелял, свои? Паш, дай метку на себя. Сейчас. По-моему, я тебя вижу. Ну, я где-то в камнях здесь. Ты домик, смотри. Нет. Я сапер в очередной раз. Все, сейчас, Пашка, тебе выдвигаемся. Мы сзади тебя, метров 200. Может, даже 150. Спитер сейчас. Я на вас точно метку дал. Да. Спитер? Спитер. ОМК. Паш, надо эту панель на Z включать. Кого? Панель на P,
близко. В смысле, рацию? Не-не-не-не-не, статистику. А, ну, чтобы да. Чтобы книга была. Антон уже убил кого-то. Со спитером связь есть? Нет, спитера убили, нет. Надо, наверное, сдвиг делать. Давай, все сдвиг, кто слышит. Сдвиг! Чек. Да. Чек, слышно? Слышу тебя, Паша. Слышно, слышно. У меня охрененный прицел. Вот ты будешь нас оказывать, снайпер. Ну, только скажите, кого? Ну, вот ты с правой стороны залезешь на дом, где на вершине, вот это, оттуда можешь залезу. Стрелять. Сейчас залезу. Надеюсь, они на горы не стали лезть. Слева? Да, со всех сторон. А что у нас по второму отряду живой-то, Рок? А, понятно. Да, наверное, молчат. Да, может, они крайне сменили частоту. Я сменил. Может. Что за война там? Значит, там враги. Мы что, сами себя? Наш. За что я вперед уже? Дальше заправки не вижу. Ладно. Склоны посмотри слева, справа. Ну, лучше слева. Вижу талибанов. От меня этому 130. Бежит вниз, РПГшник. По дороге бежит? Да. Если можешь, меточку на него. Пристреливайся. Вот на снайпе с левой работы, пан. Вижу его. Блин, он за склоном, не вижу его. Только слышу. Там их двое, там их двое. На 420 сколько брать? Ничего не скажу, просто стреляй. Вот видишь? Второй минус. А ну ты я двойку взял. Двойку взял нормально. А кто там еще встал сейчас? Побежали, побежали, побежали. Там очнулся один. Блин, зараза, ушел. Ушел он. И я себя раскрыл. Ты его посматривай там? Ну да, я его не отпущу. А я вдоль дороги здесь сижу. Будет. Живые остались еще? Я пока живу. Ну а еще? Я поломал ноги, лол. Это фигово.
есть. Кто? Дед Пихто. Где Шилка? Не знаю. Очень далеко. Понял. А пуски кто делает? Не знаю. Ок. На небе актуально. Сейчас дам на себя. Да. А снайпер долбит пули, нет? Не знаю. Так, одну штуку вижу. Интересно, заминирована она или нет? Должно бахнуть скоро. Живой еще? Я сместился, сейчас обновлю, дойду до безопасного места. Обновил. Так, вторую штуку надо искать.
Вижу вторую, в самом конце. Южная. По мне РПГ, по-моему, пустили. Не знаю. Самый, да, дальний участок деревни. Юго-восток. Заминировал. Живой еще? Блин.
грузу, сейчас надо просто за часы банить. Паша все затащил, и вот как бы да. Не, Паш не повезло, у него шилка не взорвалась. Ладно, наверное, да, сзади поставили. Все че бракованное. Будем считать, что Паша выиграл. Миска бракованная, нечестно, да. Паша, ты че, много мяса ел? В смысле? Живучий. А ты по мне не попадал, я по тебе я не попадал. Я по тебе попадал, я видел, как тебя попадал. Да ты косой просто забей. Вырубайте миску. Вырубайте, да, нет синих. Пошел, что ли, сесть уже? Там синий, короче, зашел чисто посреди боя, знаешь, слился вот тебе, который ты пошубил там. Нормально. Он даже в ТС.